І зараз з нами на зв'язку уже довго чекає, щоб з нами зв'язатися і своє слово нам сказати тут на Майдані. Як ви думаєте, хто? Перший президент відродженої братньої республіки Литва Віталутас Ландсбергіс. Просимо, пане Віталутас. Просимо, пане президенте. Дорогі українці, обращаюсь к вам всем, также к тем, кто дома говорит по-русски, но любит мать Украину. Склоняя голову перед памятью о Небесной Сотне и всех жертвах, при перспективе тотальной агрессии России и гибели даже Небесной Сотни тысяч защитников Родины, берусь с вами поддержкой гражданина Литвы и политической мыслью друга. Перед Украиной сегодня трое путей. Один из них – это осознать свое бытие страной, преданной и проданной, с решением бороться за свободу и достоинство против российского дурдома даже в одиночку. Другой путь – объявить на собственной земле, как суверенной стране и ассоциированному члену Евросоюза, всеукраинскую оборонительную отечественную войну против российского фашистского нашествия. Этому решению дуже сопутствовали призыв евроамериканским демократиям, поскольку Минская так называемая петля на шее давно мертва, как пустая бумага из-за сумасбродных действий Кремля. Прибите свободные страны с реальной действенной помощью, поскольку это и ваша судьба. Не ожидайте, пока мы, украинцы, погибнем за вас, чтобы потом отсылать венок озабоченности на наши могилы. Третий путь – это капитуляция сломленной Украины перед новоявленным московским ханатом во исполнение его имперской воли. Это была бы уже легитимация империи взамен существовавшему до новой большой войны, однако рухнувшему миропорядку. При выборе из первых двух путей объединяйтесь в единый фронт независимости. Сегодня же оглашаю призыв добровольцев, и пусть вашу отечественную войну вольной Украины возглавит определившийся президент всей страны с прежними президентами под рукой. Желательно в единении со всеми. И да поможет вам в борьбе Всевышний. Дякую.